Воспитывать детей на основе принципов гуманизма и любви. Данный центр гуманной педагогики курирует выдающийся педагог-новатор, доктор психологических наук Шалва Аманашвили. Он автор более чем 70 книг по педагогике, разработчик системы «Школа жизни», которая рекомендована Министерством образования России для применения на практике. Как конкретную проблему может решить гуманная педагогика? Как правило, люди приходят именно с такими вопросами. Ребенок не слушается, ребенок капризничает, не хочет делать уроки, в подростковом возрасте очень сложно. И гуманная педагогика на основе вот этой вот платформы понимания, что ребенок – это путник вечности, отвечает на эти вопросы. В центре гуманной педагогики будут проводиться лекции, семинары. Любой человек может стать слушателем, получив для себя ответы на наиболее интересующие вопросы. Этот центр создан и для родителей, и для педагогов, и просто людей, которые интересуются своим развитием, как возрождать традиции семьи, как возрождать духовно-нравственные вот эти отношения, как воспитывать благородного и высоконравственного культурного человека. Сегодня состоялось торжественное открытие центра, а уже 10 мая пройдет первая расширенная встреча, где можно будет обсудить тему гуманности, нравственности, воспитания детей и, что немаловажно, себя. Профессионалы поделятся опытом. А 12 мая состоится семинар под названием «Мы все живем, чтобы оставить след». Центр гуманной педагогики расположен по адресу Новогинская, 7/7, рядом с биржей труда. Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.